появился на свет преподобный Венедикт в Италии, в городке Норсии, в 480 году. Достигнув возраста 14 лет, отправлен был родителями на учение в Рим. Но протестуя против царившего вокруг безнравствия, выбрал молодой человек иной жизненный путь – путь молитвы и подвижничества. Венедикт принял постриг и поселился в пещере далеко в горах. В полном уединении провел он 3 года, усердно борясь с земными искушениями и превозмог их. Вскоре весть о нем разнеслась по округе, и стали стекаться к нему люди, жаждущие жить под его руководством. Число учеников стало настолько велико, что святой разделил их на 12 общин, по 12 иноков в каждой, дав каждому скиту для руководства игумена из самых опытных своих учеников. Строгие правила, установленные святым Венедиктом для монахов, вызывали недовольство, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований. Его стараниями основан был Монте-Кассинский монастырь, на долгие времена ставший центром богословского образования. Тогда и появился на свет знаменитый устав, удивительный по духовной глубине, ставший настоящей заповедью западного монашества. Искренние молитвы открыли в святом Венедикте дар прозрения, чудотворение. Бестелесно вознесясь над миром в единстве с Создателем, обозревал он мир в божественном свете, которое излучало его сердце. Предсказав день и час своей кончины, святой Венедикт принял причастие и с воздетыми к небу руками последними словами молитвы испустил дух. Тело его нашло успокоение в семейной усыпальнице, а мощи обрели чудодейственную силу. По сей день верующие приходят поклониться его праху. Седьмое марта. День памяти преподобного Венедикта Нурсийского.